Приветствую, дорогие зрители! Пришло время рассказать о цифре 13 на 1-долларовой купюре Соединенных Штатов Америки. На купюре представлена большая американская печать, которую разработал Чарльз Топсон. Вот лицевая сторона и обратная сторона. Сейчас немного увеличу. Так вот, на большой печати мы имеем полосатый флаг, состоящий из 13 полосок. Здесь они такой в зеленовато белом, 13 полосок. Это первоначально в Соединенные Штаты Америки вошли 13 штатов. Вот поэтому и число 13. На оборотной стороне медали мы можем видеть древний символ братства змеи, представленный в виде всевидящего ока. Также в пирамиде имеется 13 ступеней. Под пирамидой словосочетание «Novus Ordo Seclorum», что означает «новый мировой порядок». Орел держит 13 стрел. Слева оливковая ветвь, которая насчитывает 13 листьев и 13 ягод. В этом словочитании «Novus Ordo Seclorum» 13 букв. Орел держит в зубах, в клюве вернее, в клюве ленту с надписью «E pluribus unum», что означает «из многих единое». Также здесь 13 букв в этом словосочетании. Звезды. Здесь мы видим, представить можно звезду Давида или печать Давида. Также 13 звезд. Над пирамидой словосочетание «Аннуит Куэптис» – «Бог одобрил». Тоже 13 букв в этом словосочетании. 13 знаков в сумме римскими цифрами написано 1872 год. Поправлю. Также, если сложить все эти знаки, получится цифра 13. Также имеем мы 13 бусинок справа и 13 бусинок слева. В центре купюры, в слове «one», буква «N», которая является 13-й буквой в древнегреческом алфавите. Вот так вот 1-долларовую купюру связывает с баварскими иллюминатами или масонами. Да, еще масоны, если на оборотной стороне печати провести звезду Давида,
то получится слово масон. Вот буква М, А, С, О и Н. Вот такие загадки. Ну, еще здесь по информации очень много различных загадочных случайностей. Ну, я говорил о цифре 13. Ну, вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду искать еще информацию, выдавать. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Да, о сове, которая находится вот. У меня есть ролик. Посмотрите. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр.